Всем привет, друзья! Ну что, сходочка в Москве. Сегодня попробуем сделать зарубу крутую. Первое упражнение это будет удержание в двойном уголке. Я покажу, сделаю, попробую свой рекорд максимальный сделать. Ребята должны будут повторить. Кто сделает больше меня, тот абсолютный чемпион, красавчик. Следующее упражнение это подтягивания будут на максимум. И следующее упражнение после того, как у нас все забьется уже, мы попробуем максимальное время провисеть просто вот как бы на турничке. Просто провисеть. Посмотрим. Погнали. Давай на раз, два, три, да? Запускай. Раз, два, три. Нахер, минуту. Минуту виси, черт. Сколько? 51 секунда получилось. Я побил свой рекорд, который был у меня 48 секунд было. Ну что, ребята, готовы? Все вместе теперь, давай. Раз, два, три. Че, все, что ли? Да. О, все. Да ну. Давай, 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 держать! Есть куда тащи! Оп, улетел! Выше, выше, выше! О! Победить! Давай на максимум, сколько сделаешь? Руки выше! 20 секунд! О! Давай, 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 давай! Чемпион не додержит. На себя ноги падают, прыгивай, сколько? 46. Так, друзья, второе упражнение это подтягивание. Денис будет оператор сейчас считать. Раз, два, три, и мы подтягиваемся под счет. Кто больше подтягивается, тот выигрывает. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 13. 14. 19. 20. 21. 22. Двадцать восемь. Блин, ну красавчик. 29. Давай. Молодец. Но все нормально. Просто машина. Ты, короче, проиграл свои соревнования по стритлифтингу. Блин, а я месяц не подтягивался, я же по бодибилдингу готовился. Да, ну и что, пришло третье упражнение. Это обычный вис. Просто висим на максимум. Предплечья уже убились после двух упражнений. Но попробуем сделать хотя бы больше минуты, если получится. Два, три. Хотел трапеции подкачать. Трапеции подкачаю пока. Блин, левую руку сводит. Левую руку свело люто. А тур слился все по домам, ребят. Я аж закоченела тут рука. Почему ты слился раньше всех? Потому что много подтягивался. Ну вот это очень хорошая отмазка, да. Удобная. Минуты две уже. Давай. Все, не опозорил Вайтанг. Самый лучший результат 2 минуты 20 секунд. Ну что, ребята, дополнительное упражнение. Это опять команда на команду отжимания. Ребят, правила такие. Одна команда стоит в стойке, в планке. Другая отжимается 5 раз. Потом вы стоите в планке, мы отжимаемся 5 раз. Так по очереди. Раз, два, три. Мы отжимаемся первые. Готово? Раз, два, три. Все вместе 5 раз. Да. Oh.
Вы что, издеваетесь? Я сказал, может, всем сразу слить, чтобы один остался. Черные всегда проигрывают. И сегодня. Никами. Держать, вот его больше. Ты не устал? Ё-моё! Мне кажется, ты просрал, Артур. Он за тебя доделывает просто. Он какой-то незакисляемый, как те пацаны. Ну что он, короче, сделал? Блин, такая же ситуация получается, как и в Питере была. Братан, короче, затащил так же, как и пацаны, которые не закисляются. Я слышал, есть такая тема, научно доказано, что когда люди много отжимаются, ну там отдыхают еще в планке, в стойке в этой, и очень долго отжимаются, там по 500, по 600, по 700 раз, у них очень медленно приходит закисление в мышцах, и поэтому они настолько выносливые. Ну что, ребят, мы выполняем сейчас приседания, потому что мы проиграли 100 приседаний. Это реально жестко, 100 приседаний. Ноги забьются в хламину, просто не знаю, как домой потом пойду. Жестко, давай, давай, вставай, не умирай. Давай, погнали, я с вами. Пацаны сами просто по себе захотели выполнять наказание, это респектос. Придется. Не, наоборот, чем тяжелее ноги, тем сложнее выполнять элемент. Название какие-то знакомые. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Три. Надеюсь, приемом запрещенным пользоваться. Да? Три. Ну да, он сильнее, красавчик. А у тебя сколько? Вес? 68, 6,5 где-то. Фига. Блин, близко слишком, нет? Караули, да. Да, нормально. Это нормальный вес или близко слишком? Может, чуть подальше расставьте, да, точнее. Подальше немного или как? Я думаю, чуть подальше, чуть-чуть хер завалит. Да? Раз. Давайте, раз, два, три. Блин, ну тут слёд, это фигня. Раз, давай, самый сильный школьник, два, три. О, блин, да, он жесткий, самый слушай. Самый сильный школьник, всё. По вес решает, ребят. Три. У меня предпичь-то маленькая, а у тебя... Что-то за техника выламывали, пизди. Техника Владиса. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Руку к себе и вгинай, да? А-а-а! Оп, хорош. Тут ровно? Ну, такое.